Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать вновь у себя на канале. И это видео коротенькое, это видео приглашение на мой завтрашний прямой эфир. То есть завтра на 7 августа, планируемое время 19:00. Вот было, 2 дня назад был у меня стрим, но по какой-то причине, не знаю почему, многим моим подписчикам не пришло уведомление от YouTube, что начался прямой эфир. И даже люди, зная время, заходили, и эфир не высвечивался у меня на канале. Хотя эфир прошел довольно-таки удачно, и некоторые подписчики зашли, посмотрели, но многие не смогли. Не знаю, почему и с чем это связано. Вот, так что завтра в 19:00 мы сделаем повторный эфир. И потому что в прошлом эфире я там спел несколько песен, которых я в прошлых эфирах не пел. Вот, и хотелось, чтобы большее количество моих подписчиков их услышали. Потому что да, я их и на канале нет, роликов с этими песнями нет. Вот. Так что заходите, пообщаемся. Я, конечно, попробую скину ссылку в Telegram на эфир. Почему попробую? Дело в том, что Telegram у меня в этой же камере, на которой я снимаю, на которой идет эфир. Поэтому во время эфира я не могу ее использовать и отправить с нее ссылочку. А со своего дополнительного смартфона на нем нет Telegram. Я сейчас попробую сейчас его установить там. Если что, то с него скину ссылочку. Также, дорогие друзья, следите. Даже если вам не придет уведомление, знайте, что 19:00 начало. Заходите на мой канал и подключайтесь. Вот, готовьте свои заказы. Может, какую-то песню закажет. Вот на прошлый раз один подписчик из Москвы смотрел, заказывал песни. И, в принципе, все, которые он заказал, я смог сыграть. Конечно, я не все песни знаю, не все песни, которые знаю, могу сыграть. Но то, что смогу, то вам сыграю. Может, какой-то вопрос у вас возникнет. Пожалуйста, готовьте, задавайте, не стесняйтесь. Вот. Сегодня всем пока. До новых встреч. До встречи на моем канале в прямом эфире завтра, 7 августа, 19:00. Все, всем пока.